Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. Кировскому ССК отказали в строительстве спорткомплекса в Радужном. Как пояснила порталу «Город Киров», пресс-секретарь компании Наталья Небова, у ССК был в аренде участок в микрорайоне. Часть территории, куда входил этот участок, предназначалась под жилищное строительство. Но от возведения многоэтажки решили отказаться. Застройщик выразил желание построить на этом месте спорткомплекс за собственные средства, однако в строительстве спорткомплекса отказали без объяснения причин. Вместе с тем в администрации от планов и возвести в Радужном спортивный объект не отказываются. Дайджест недвижимости. Сотрудники ветераны УМВД получили жилищные сертификаты. Документ о получении единовременной социальной выплаты им от 600 тысяч до 4 с лишним миллионов рублей получили 30 действующих и отставных полицейских, сообщает пресс-служба УМВД. Всего в этом году полицейским было выдано 40 жилищных сертификатов. Сегодня в рубрике «Вопрос эксперту» инженер по эксплуатации зданий и сооружений торгового комплекса «Планета» Алексей Черных разъясняет, какие материалы потребуются для утепления балкона. В первую очередь нужно обратить внимание на качественное остекление балкона. Выбираем многокамерный ПВХ-профиль с хорошим стеклопакетом. Затем приступаем к утеплению стен, пола и потолка. Останавливаемся на экструдированном пенополистироле. Крепим его при помощи клея или дюбеля. Все стыки пропениваем монтажной пеной. Сверху укладываем слой фольгированного вспененного полиэтилена. Для облицовки стен и потолка подойдет влагостойкий гипсокартон, который впоследствии может быть окрашен или оклеен, или качественные ПВХ-панели, которые смогут перенести солнечные лучи. Нельзя забывать и об отоплении в данном помещении. Оптимальное решение – это система теплых полов, которая доведет температуру напольного покрытия и температуру самого помещения до комфортной. Свои вопросы по ремонту вы можете оставить по телефону 708-502. Дайджест недвижимости. А теперь к ценам на недвижимость. Самой дорогой сделкой в ноябре, по данным портала rosnet.ru, стала продажа квартиры на улице Красина за 10 миллионов 100 тысяч рублей. Это четырехкомнатная квартира индивидуальной планировки площадью 144 квадратных метра. Абсолютный минимум зафиксирован на уровне 760 тысяч рублей. За такую цену была продана малосемейка на улице Циолковского. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Дайджест недвижимости.